Хочу, но сами Находимся в работаю. красивой квартире по улице Виноградная, 4, за жилой комплекс «Виктория». Хозяин любезно согласился принять нас, поэтому заходим и смотрим все как есть. И даже посмотрим на хозяина. Заходим, вот тут у нас такая прихожая. Идем влево. Ну и хозяева, посмотрите, какие обои сразу. Посмотрите, как это все сделано. Двери, все очень добротно, все очень красиво. Квартира площадью около 50. 47 квадратных метров. Да. Вот нам открывают дверь в санузел. Мы включаем свет. Посмотрите, я не знаю, видно, не видно. Душевая кабина. Зеркало. Инсталляция. И даже, чтобы не пачкать руки, все вот эти прибамбасы, не будем называть их по имени. Да, вот, пожалуйста, посмотрите. Да, да, да. Здесь кухня-гостиная, очень хорошая мебель, абсолютно новая, нету такого ощущения, что нас захлебнули, здесь кто-то жил. Я только 2 дня здесь живу. Вот-вот, как говорит нам хозяин, в квартире живут всего лишь 2 дня. Панорама моря. Кстати, хочу вам сказать, что таких квартир раз-два и обчелся. Во-первых, сам дом очень красивый, хороший, добротный, надежный. Статус квартира, приближенность парка Ривьера, моря, санатория, в Сочи, родина. Делают эту квартиру, и ценность этой квартиры, и ценность этого дома. Посмотрите, мебель просто еще в упаковочке. Вот такой. Это плиточка, да? Да. Плиточка. Вот так. А включите здесь свет, пожалуйста. Вот такой диванчик. Сейчас нам включат свет, и мы все посмотрим. Этот стиль можно охарактеризовать как угодно, но я бы его, я бы назвала его дворцовым. Дворцовым? Да. Это любители надежности, любителям качества. Вот. И потом мы переходим в спаленку. Спальня роскошная, на мой взгляд, просто роскошная спальня. Кондиционер. Сделано тоже все в едином стиле, никакого нет ширпотреба абсолютно. Вот посмотрите, это я, наверное, нет, не отражаюсь. Вот. Прям такое гнездышко любви. Квартира с эркерным остеклением. И тоже с каждой комнатки у вас вид на море. Посмотрите, это очень красиво. Жилой комплекс «Виктория». Квартира 47 квадратных метров. 11 500. Только для любителей качественного жилья, надежного, красивого, дорогого. При продаже квартиры все остается. Все остается. Абсолютно все новое. Я была свидетельницей, как делался тут ремонт. Вот абсолютно все новое. Абсолютно. Еще раз, кухонька. Встроенная техника. Посмотрите, пожалуйста, как все красиво. Ну и давайте вот так еще посмотрим. Вот видите, как вот хозяин попал все-таки в камеру. Прямой вид на море с 2 комнат, с 2 комнат. Все остается. Заходите, живите. Для тех, кому покажется это дорого, не смотрите это видео. Это не для вас точно. Это для тех, кто хочет жить в Сочи, документы в хорошей квартире, в хорошем доме. Сделка проводится за 1 день.